Место своего рождения на земле. Мы можем жить в разных странах, иметь разный цвет кожи и разговаривать на разных языках. Но слова «Родина», «Отечество», «Отчизна» святые. Для нас с вами эти понятия заключаются в слове «Россия». Музыка Давида Тухманова, слова Михаила Ножкина. «Я люблю тебя, Россия». Солист Сергей Бегун. Дирижирует Анатолий Копатько. Привык с тобой гордеть.
Сегодня мы, дети, внуки и правнуки, благодарим ветеранов Второй мировой войны за победу. Спасибо вам за возможность жить, радоваться и любить. Музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова. День Победы. Дирижирует Анатолий Хопатько и его Бенкун. Там будет припев, будут слова. Нужно подпевать. У нас сегодня большой Благовещенский хор. Хорошо? Подпеваем? Дмитрий Хмара, Юй Далей, Хань Юйцзя, Джу Хуйхуа, Эльвира Габараева, Валерия Беченко, Алексей Анганзоров, Сергей Бегун. Такого исполнения не было вообще никогда. Такой Благовещенский большой хор и большой оркестр города Хэйхэ и города Благовещенска. Спасибо! Дорогие друзья, мы еще раз от всей души поздравляем вас с днем окончания Второй мировой войны. От всего сердца желаем вам здоровья на долгие годы, любви, счастья и мирного неба над головой. Для вас играл сводный международный оркестр Благовещенск Хэйхэ, в составе которого музыканты концертного оркестра «Амур Джаз Бэнд» города Благовещенска под управлением Анатолия Хопатько и симфонического оркестра народных инструментов города Хэйхэ под управлением Во Бенкуня.
Дорогие друзья, концертная программа Сводного международного оркестра Благовещенской ЭХЭ, посвященного 73-й годовщине окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, завершен. Ждем вас на мероприятии городского дома культуры.